дорогие друзья, вы знаете, прежде чем сесть за свой стол и слушать всех вас, дорогих, родных, моих близких людей, я хочу сказать вам очень оригинальную вещь. Дело в том, что, значит, когда я был на дне рождения у своего друга, десантника, значит, Кулухова Джамала, значит, его жена испекла настоящие, они осетины, аланцы такие, настоящие осетинские пироги. И я спрашиваю Ирину, скажи, а как ты их пекла? Вот что за, вот все говорят, осетинские пироги, как это сделать? Она взяла мне, сказала рецепт, я записал этот рецепт. А потом пришел домой, включил интернет и набрал осетинские пироги. И мне высветилось их штук там 30 разных всяких. Тогда я взял ручку и просто взял и выписал самые понравившиеся мне осетинские пироги. Как они называются именно по-осетински. И таких пирогов я набрал 12. Набрал, написал и решил написать песню. И вот что из этой задумки получилось. Как сказал замечательный товарищ Мордовин, ты, говорит, подарил осетинам свой подарок осетинам сделал. Осетинские пироги, рецепт осетинских пирогов. Давай, буду подглядывать, потому что их трудно читать все. Это у нас 08 в лирическом цикле. Нет, не 8 пирог, а трек 8. Давай. Водицы. А лучше все ж признаюсь вам, наверное, молока. Один сухих дрожжей, им надо как-то слиться. Постного масла ложки две, а также сахарка. Добавьте соли чуточку, но не переборщите. Перемешав все это в раз, ты тряпочкой накрой. Пара часов пройдет, и вот, пожалуйста, глядите. Не удивляйтесь, здесь рецепт аланский точно мой. У Алибах пирог с приятным горным сыром. Кабускаджин пирог, с капустой есть орех. А кадурджин пирог с фасолью, кушай с миром. И закаджин с грибами есть пирог, совсем не грех. В овощине там сыр и черемши побеги, а картофчин с зеленым луком чудно так же есть. Наш джин-пирог, где тыква с кабачком танцует в неге, балджин-пирог, конечно, с вишней есть, за чаем честь. Секреты осетинские для всех друзей, как песня. Ведь пироги прекрасны, это знает вся страна. Четвертый тост обычно пьем, ведь третий в поднебесье. Твердит нам память, жизнь бежит, а ешь два пирога. У Алибах пирог с приятным горным сыром. Кабуска джин пирог, с капустой есть орех. Финчин пирог, он с мясом, фарш говяжий, кушать с миром. А закаджин с грибами есть пирог, совсем не вес. Да в аджине там сыр и черемши побеги, а картофчин пирог с картошкой чудно есть. Наш джин-пирог, где тыква с кабачком танцует в неге, балджин-пирог, конечно, с вишней есть, зачем честь. Сам Ластерджи, великий бог, дает всем ум и силы, и в мирный день с небес летит, добринка с ним близка. Святой Георгий, помоги, нам пироги так милы, чтоб ели в дружбе мы все с тобой наверняка. У Алибах пирог с приятным горным сыром, кабуска джин пирог, с капустой есть орех. Сахара джин пирог, с свекольный нету жира, а закаджин с грибами есть пирог, совсем не грех. В овощине там сыр и
чиримший побеги. И фатков джин, он с яблочками в каждом доме есть. Наш джин-пирог, где тыква с кабачком танцует в неге. Волчин-пирог, конечно, смешнее есть, зачем жить? Спасибо, друзья.